Венозный отток. Если мы с вами говорим про венозный отток, то мы понимаем, что вены, они сопровождают артерию, отступая приблизительно где-то на от полутора до двух сантиметров латерально и собирают кровь в те же самые, то есть либо внутреннюю, либо в наружную еремную вену. То есть они собирают кровь по ходу тех же самых артерий. Что нам здесь с вами важно? Да, внутренняя еремная вена, которая начинается в еремном отверстии черепа, спускается вдоль шеи в одном сосудистом нервном пучке с сонной артерией и блуждающим нервом. А вот что касается наружной еремной вены, то она образуется на уровне угла нижней челюсти и спускается по грудино-ключичной сосцевидной мышце, прикрытой фасцией подкожной мышцы шеи, и отводит кровь от кожи мышц шеи и затылочной области. Да? Поэтому у нас с вами отток осуществляется тоже в две системы от лица. Еще раз хочу обратить внимание на орбиту. Да? Надблоковая вена, надглазничная вена, вена верхнего века и вена нижнего века, подглазничная вена. Это все из разных осуществления разных оттоков и большое количество перфораций венозных сосудов, которые существуют в данной зоне. Поэтому мы здесь с вами, выбирая техники, обязательно должны обратить внимание, глубину введения техники, мы с вами обязательно должны обратить внимание непосредственно, да, на то, насколько в данной зоне у нас с вами есть ли склонность отека нижнего века, иначе мы с вами контурную пластику усугубим. Очень большая ошибка косметолога, когда это препарат. Да, здесь волюмизанты мы не кладем, здесь мы не кладем препараты, которые у нас с вами натягивают воду, притягивают. Но и в том числе, если мы с вами видим нарушение кровообращения в этой зоне, мы с вами не работаем с препаратами контурной пластики, да, то есть мы избегаем работы зоны, либо мы будем выбирать более поверхностное введение препаратов, да, то есть будем класть в поверхностный медиальный жировой пакет.